1 по 4 октября 2013 года компания Kasumi приняла участие в 26-й Московской международной выставке «Пир. Индустрия гостеприимства», которая вновь собрала вместе рестораторов, шеф-поваров и кондитеров, поставщиков, инвесторов и всех, кто хочет развиваться и быть в курсе последних тенденций ресторанного бизнеса и трендов кулинарии. Более 850 компаний как из России, так и из-за рубежа продемонстрировали новинки профессионального оборудования, продуктов питания и напитков, посуды, мебели, текстиля, представили наиболее интересные проекты в сфере услуг для ресторанов. Специальным гостем стенда Kasumi стал господин Кодзи Хаттори, президент компании Масахира, лидера японской ножевой промышленности. В России я уже 12-й раз, и каждый раз я посещал эту выставку. Как только я в первый раз посетил эту выставку, я понял, что буду приезжать сюда каждый раз. В Японии тоже проводятся такие выставки. Например, каждый год в марте в Токио проводится выставка Hotel Restaurant Show, и наша компания тоже представляет свой бренд на этой выставке. На российской выставке присутствует много людей, не связанных напрямую с ресторанным бизнесом. В Японии подобные выставки посещают в основном бизнесмены, связанные с этим бизнесом. И, наверное, это является самым большим отличием. А эту выставку посещают много людей физических, не юридических лиц. Цель моего участия всегда одна и та же. Компания Kasumi хорошо продает ножи как таковые. Моей задачей является популяризация бренда Масахира, продажа ножей Масахира. И моя главная задача – это продвижение бренда на рынке, увеличение количества людей, которые знают наш бренд и ценят качество ножевых изделий, которые мы представляем. Я уже давно посещаю эту выставку, и поэтому теперь каждый раз на выставке я встречаю своих друзей. Вначале это было 1-2 человека, которые приходили и говорили, какие хорошие, удобные ножи мы делаем. Потом число моих друзей возросло до 10, а сейчас, наверное, уже больше 50 моих друзей посещают выставку. Мне очень приятно беседовать с ними, и я понимаю, что они удовлетворены нашими ножами. И это меня радует больше всего на выставке. Господин Хаттори провел презентацию новых линеек профессиональных поварских ножей от Масахира, а также поделился секретами заточки ножей на японских водных камнях. В качестве его ассистента на стенде работал мастер по заточке ножей компании Kasumi Николай Максимов, который демонстрировал приемы заточки и проводил мастер-классы для всех желающих приобщиться к этому древнему искусству. В исполнении известного шеф-повара японской кухни Сергея Гладышева посетители стенда увидели мастер-классы по разделке мяса и рыбы ножами Kasumi, а также мастер-класс по приготовлению суши. Компания Kasumi благодарит всех гостей стенда, наших постоянных клиентов, профессиональных поваров и всех, кто интересуется японскими поварскими инструментами и искусством заточки.